В Москве состоялась конференция «Мобильные платежи». Ключевыми темами мероприятия стали стратегии развития банков в условиях сокращения финансирования и низкой доходности мобильных сервисов, а также поиск дополнительных каналов продаж, в особенности через мобильные приложения и сервисы. Тема конференции была для собравшихся особенно актуальна как в связи с текущей экономической ситуацией и сокращением затрат компаний на развитие новых продуктов, так и с бурным развитием мобильных технологий и платежей в частности. При том, что на текущий момент платежи с использованием мобильного телефона слабо распространены в России, специалисты Jason & Partners Consulting и участники конференции уверены, что в ближайшем будущем будет наблюдаться бурный рост данного сегмента, а игрокам рынка будет необходимо бороться за свои ниши. По оценкам Jason & Partners Consulting, в 2018 году рынок мобильных платежей составит 122 миллиарда рублей, а доля мобильных платежей в общем обороте платежей через электронные платежные системы составит 2,8%. В России мобильные операторские платежи начали особенно активно применяться с появлением функциональных мобильных приложений для осуществления покупок с использованием смартфонов. Данный метод оплаты серьезно конкурирует с другими, такими как мобильный банкинг и терминалы, что может сказаться на динамике развития этой услуги. В рамках мероприятия эксклюзивное интервью Jason TV дали топ-менеджеры банков, вендоров и отраслевых ассоциаций.